Разведка доложила, что сыщик захватил Уордена и держит его укрытие черного списка в старом храме. Мы здесь, чтобы спасти Уордена. Единственный путь через главные ворота. Мы захватили автобус черного списка и загрузим в него в наши войска. На автобусе приедем в главные ворота и установим базу, чтобы приготовиться к бою. Уорден нужен нам живым. Снимите часовых, охраняющих территорию, быстро! Так, ой, довольно-таки быстрый брифинг, так на самом деле. Ой, 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 народ, народ. Куда же вы, чё? Опа, мина, установка мины. Гасим. Эх, пока. Запасов пока не хватает, энергии-то. Волшебная, животворящая энергия, и очень хорошо было бы ей воспользоваться. О, сразу надо атаковать. Ну, извиняй, братан, тебя тоже придется снести. Точка 20 захвачена, отряд на месте. Заложите мины. Все. Осталось времени. Устройте засаду. Ну, давайте устроим засаду здесь. Deploy now. Можно пойти. А, не-не-не-не-не, вдруг от тебя исчезнут мины. Прикольно, посмотрите, мины невидимые, реально. Представьте себе, такие в реальной жизни это было вообще бомбически. Кстати, буквально бомбически. Опа, нифига себе. Так, вот он замедлился, ну и мы его, конечно, добиваем. Захватим автобусик. Блин, проблема в этом маленьком мосте всего лишь. Ну, мы сейчас погрузимся. Опа, что такое? Зрение разведчика. Радар увеличит дальность обзора кавалера. Опа. Транспорт захвачен. Грузите бойцов в автобус. Мы едем через главные ворота. Расчетное время до прорыва 30 секунд. Приготовиться. Через 10 секунд. Прикольно. Автобусик такой. Красиво довольно-таки на самом деле. Едет. Вот так какой-то баги укатили. Будьте готовы к бою, когда окажемся внутри. И локации такие красивые, как по мне. Прикольно. Уничтожьте защиту. Гасим всех вообще без разбору. Вот и баги подкатили. Да. Ну, конечно, давайте будем откровенным. Выглядит не так четко, как я думал. О, мирные жители. Система защиты нейтрализована. Ставлю базу. Подключаюсь к каналу связи противника. У нас проблемы. Лагерь обнаружен. Нужно переместить пленного. Начать подготовку. Кажется, они перевозят Уордена. Солдаты... Это единственное окно, не теряйте времени. Десятки тысяч жизней зависят от его безопасности. О, блин. Не люблю миссии на время. Это, конечно, очень поганые миссии. На самом деле, в любом случае, рассусоливаться на большое количество времени я не собирался. Надо покончить с этим черным списком. Прикольно, такие анимации классные, реально, реально очень прикольно. Так, что мы можем сделать? Опа, мы можем добыть здесь все. Так.
Ну и пока мы экономику как-то развиваем, давайте пойдем кому-то лицо поломаем. Я думаю, это дело очень-то хорошее даже. Так, пацаны. Вот сюда мины расположили, вот как-то вот так. И в целом я пока по пехоте чисто по орудую. Так, товарищи. Опа. Вот это было очень неожиданно. Чего там забыл, непонятно. Так, ты у нас, ты построишь у нас завод, потому что мы в технику все равно будем переходить. И возвращайся потом назад. Вы, дорогие мои товарищи, в режим отсчета. Гасимся. О, как хорошо как. Ну тут, конечно, да. Читы должны, по идее, танковать, а вот вышки будут умирать. А мужики с РПГ должны наносить урон. Причем урон, пожалуй, неплохой, как можно лучше, было бы лучше. Не понял. А, завод все еще строится, я уже подумал. Нифига себе, заблокирован завод. Так, у этого... У этой фракции, по-моему, нужно ставить... Ангар. Че, не надо ставить? Интересно. Я думал, у этой фракции надо ставить. Давай улучшим тебя тогда. Да, вы, конечно, медленные черепахи, но... А кому сейчас легко, на самом деле, никому. Давайте всех их расстреляем. Вы приговорены к смерти. Вы потеряли за это время всего лишь одного щитоноса, но это небольшие потери. И почему-то вот эти вышки, которые сверху есть, они вообще не функционируют. Почему, непонятно. Кавалер, маршал, император. Вот надо императора получить, это мощная тема. И тебя тоже, телек, тоже надо получить. Давай, вы же производительные здания, давайте вас в группку 0. А тебя в девяточку. Так, подлагает, начинает. Сразу отхился доставим. Ну, как хорошо у нас все здесь сработано. Чувачки, конечно, наши погибают, но подкрепление будет. Подкреплению быть. Так, что у нас там на нолик? На нолик заказ. Дальше идет. Пойди в казарме бы улучшения какие-то заказать. А, опа, разборка есть. Вот. Все, теперь переходим в танки. Вы, чувачки, все-таки идете сюда. Вы, щитоносцы, все еще разменная монета. А полная безопасность? Чего? Так, сектор клир. Опа, противник. Вот это удивительно. Так, вы, пожалуй, ракетометчики, гасите вертолетов. Это очень надо, это очень хорошо. Пускай вас всех расстреляют. Блин, ПВО бы на самом деле заиметь. Но апгрейды как раз получаются. Апгрейды получаются, жопа начинается. Так, мне кажется, здесь как будто какое-то задание идет. Down. Как будто здесь какой-то доп, я не знаю. Хотя, наверное, здесь просто по приколу добавили маленькую локацию. Standing by. Маршалы, наверное, закажем еще. Конечно, взрывного пехотинца тоже надо было бы заиметь. Было бы очень полезно. Кстати, я поставлю еще одну мину. Предыдущий исчезнут. О, нет, не исчезать.
Зашибись, бомбическое зрелище будет, когда они сюда приедут. А, ты артиллерия? Ты артиллерия. О, это осадный танк, товарищи. Товарищи, это осадный танк. Это осадный танк. Как мы хотели этого, как мы этого ждали. И, наконец, вот он, осадный танк, который не стреляет. Почему ты не стреляешь? О, только сейчас стреляешь. Это буквально осадный танк, только он какой-то совсем медленный. Знаете, прям совсем муторно медленный, я бы даже сказал. Блин, тогда лучше, наверное... Кассетный снаряд для марша, выпускает больше снарядов и временно замедляет вражеских врагов. Ну, давай, давай. Заодно маршалов закажем. Опа. А лимит-то у нас. Все. Лимит-то у нас закончился. Так, завод, казармы. Противопоходная турель. Ангар. Да блин, у нас же все как бы, да. Лимит закон. Опа. Так, ангар это авиация. Ага. Rocket Trooper here. Order received. Contact engaging now. Protect our territory. Protect down territory. Давайте, давайте, гасим, гасим их. Вырезаем здесь всех. Здесь никого не должно существовать. Мы потихоньку идем и будем все уничтожать. Ибо нефиг здесь. Здесь наша территория. О, тут, конечно, под хилом вы, конечно, да. Интересно придумали. Я думаю, там вниз даже спускаться незачем. Если так подумать, да? Опа, пехоту бы снести. А, вот, снесли, красавчики. Вообще, мужики, вообще, ребята. Танки молодцы, танкуют. Все как надо. Так, какие-то мечики авиацию атакуют. Все хорошо. Спускаем с небес на землю. Блин, пехота жалко, что очень сильно страдает. Но ничего, мы сейчас еще закажем. О, вы еще подскочили, товарищ. Ну тут ладно, буду танковать пока еще танки. Защищайте территорию. Территорию. Ну, вы, блин, прошляпили такое большое количество войск у себя под носом, ну... что даже стыдно немножко за вас, знаете. Я, конечно, не на вашей стороне, но мне очень стыдно, что вы все прошляпили, вас тут зарейдили, грубо говоря. Захватили базу. Так, мы накидываем на вас вот эти приколы, а сюда мы накидываем артобстрел. О, как красиво все взрывается, посмотрите на это. О, красота. Лепота-то какая красивая, как все разрушается. Еще бафнем скорострельность. Мужика расстрелили из танков вообще. Спасти ордена из храма. Захвачена база черного списка. Найдите ордена. Прилетели, прилетели наши спасатели. Это что за чучки? А, это отряд, да. Вы угораете? Цель найдена, орден цел. Командир же превосходящей силы. Тут все с мутанты. Вытащите ордена, всем войскам, выиграйте для нас время. База черного списка уничтожена. Жесть, вы это видели, просто там пучки огнеметчиков пришли. Прям пучки сам. Транспорт атакует, он в опасности. Доложите статус ордена, прием. Я в норме, но мы потеряли транспорт. У нас не хватает ресурсов, чтобы эвакуировать ордена. Придется добираться пешком. Мы засекли черный список в этой области. Их число растет. Вас понял. Всем войскам, сопроводите ордена в безопасное место. Не медлите, силы противника прибывают.
О, командир, разведка. Спасем всех, кого можно. Капец, они просто всех сожрали. Они просто всех сожрали, прикиньте. О, бесстрашие, нифига себе. Геройский юнит, в конце концов. Так, ну вот этот челик, конечно, да. Офигел немножко, надо подхилить. Опа. Я надеюсь, они вот здесь не продают, потому что тут чуть-чуть буквально нас можно просто скушать, прям, знаете, прям. Под сочным лимонным соусом можно нас съесть было бы. Освободить бойцов из пленных лагерей. Теперь смотрите фокусы. Бам. Ой-ой-ой, вы-то туда не идите, вы чё? Все. Наконец-то закончилось, можно спокойно, смело. Ой. Лагерь пуст, пленных из мировой угрозы свободны. Ну да, пленные, зашибись, пленные, прям с ракетами в руках, вообще отлично. Это явно пленные, никто иный, как пленные. Ну, гасимся, да. Опа, геройский. Не зюм и не получает урон. Нифига себе, прям как Invincible. Вражеский лагерь, что-то там. Я не прочел, к сожалению. Освободите бойцов. Штаб уничтожен, на производство уцелело. Используем остатки ресурсов, усильте воск, мешкать нельзя, враг на подходе. Давай будку закажем. Так, что у нас еще? Докладывают, что захватили командующего черного списка сыщика. Решать допрос командующего черного списка сыщика. Когда сыщик заговорит, мы возьмем нырка и закончим этот бой. О, да вы, месье... Очень много вы хотите от этого мира, да? Цель задания. Освободите бойцов из пленных лагерей. Орден должен выжить. Смотрите, мы снова лимит набираем. Хотя, казалось бы, все уже жопа полная. Почему они оставили эти постройки, например, а вот эту главный штаб уничтожили, вообще непонятно. Наверное, вот как раз ради того, чтобы оставшиеся выжившие его и забрали. Тем более я все апгрейды вкачал перед уходом. Оборонная позиция. Не, ну, пацаны, вам здесь нечего делать, конечно. Но, ну, танковать, конечно, надо было бы щитами. Да, щитами надо было танковать, но они очень медленные. У нас еще 15 минут осталось до прибытия вражин. Rocket Trooper here. Вот так накидываем щиты и все, все. Точнее, реген, это же не щиты, это реген. Все. Тюрьма захвачена, мы освободили бойцов. О, да, тюрьма захвачена, мы освободили бойцов. Вот, я так и знал, что здесь будет какой-то доп. Пленные спасены. Это все, что осталось от пленных войск. Эй, не понял, что он... А, Орден и все, что-то ГР, немедленно отправляйтесь к точке эвакуации. Времени мало. О, Орден, ты вообще здесь сидишь на базе, нифига себе, это приколист. Там, значит, твои товарищи пытаются выбраться из западни, а ты сидишь на базе, отдыхаешь. О, мы еще можем заказать, товарищи. Давай еще буду. Блин, кавалер тоже неплохая тема. Блин, а тут надо базы или может. Вот что у нас писка растет, надо спешить. А что вы хотели? Вы нападали на базу, которая полузащитная, скорее всего, все войска тупо в округе расположены. Вы каким-то чудом буквально облетели полные джунгли войск, врагов. Еще удивляетесь. Ой, войска рядом, ой, их много.
Боже мой, мы не подготовились. Вы прям, блин, гений, прям просто, я не знаю, стратегического мышления. Самый настоящий гений. Так, гасимся, гасимся. О, это артиллерия, о, нифига себе, я думал, это ПВО. А это арта. Да еще какая арта, арта в самом расцвете сил. Так, что здесь происходит? Кто меня атакует? Чем вы атакуете? А, ну, блин, извиняйте, вам, вам пора. Так, нет. О, это вы атакуете? Вы атакуете? Вот зараза, вы такие проклятые. Вас кто просил меня атаковать, а? Вот вам, гады. Иди сюда, хилься. О, ё-моё. Ага. Так, еще здесь есть чувачки, да? Да, здесь, здесь товарищи, блин. Товарищи, вы мне не товарищи. Столько моих людей потеряли из-за вас. Ваших бомбил. Бомбил. Получается, аж тут арта, тут арта, тут арта. Ой, нас встречали прям, знаете, как героев. Как врагов. На самом деле, жестких таких врагов, матерых. Так, отхил. Сопровождение завершено. Орден целый, в безопасности. Я рад, рад. Наконец-то мы его спасли. Ну, кстати, прикольно, на самом деле, прикольно. Я думаю, там спасать всех надо было, не надо было. Не обязательно. О, освобождение. Вы выполнили задание 6. Давайте про ордена. Свинья демонстрирует высокий уровень социальных навыков, склонность к политике и на личном уровне орден. А, вот ордена мы изучали уже. О. Сыщик раскололся. Нырок сейчас в грузовом порту ищет новый прототип. Орден рассказал о нем в плену. Там у нас есть база? Свяжитесь с ней. Лейтенант Эллипс вызывает океанский терминал главного штаба мировой угрозы. Прием. Океанский терминал, как слышите? Радио отвечает белым шумом. Привет. Мировая угроза знает о вибрации НРК, конфликт и раскрытие неминуемые. Разворачивайте войска на месте. Гиперионы отряда ликанов, захватите груз любой ценой. Мы выходим из тени. А она говорит, now we go public, то есть мы не из тени, а мы выходим на публичные, так сказать. Лишний дневник ордена. Меня допрашивали о совместном предприятии в Чонглиме, которое мы якобы затеяли с новым пределом. Я о таком и понятия не имел, скоро они точно заявятся туда. Intel Lost. Организация «Мировая угроза». 100 единиц прочного материала со встроенным ИИ. И 700 единиц реактивной брони. Реактивный прочный материал со встроенным ИИ. Вы представляете себе? Металл с искусственным интеллектом внутри. Просто берете железяку, а там интеллект. И реактивная броня. Знаете, попадает по ней снаряд, и она сразу вступает в реакцию. Реактивная броня. Ладно. Это издевательски, конечно, но... Кое-кто у нас выйдет из тени, и я даже знаю примерно, кто это такие. Видимо, третья фракция скоро встанет с колен, или, я не знаю, как она говорит, go in public, то есть они выйдут в публичное место. И на этом, пожалуй, все. Если вам нравится прохождение этой игры, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Вы довольно-таки хорошо смотрите серии, на самом деле, а значит, вам более-менее нравится, так что... Буду рад вас видеть в комментариях. Активничайте. И, пожалуй, на этом уже полностью все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.